Маши. Территория Маши. Спонсор ООО «Смазочные продукты ЛМ». Ценности определяют выбор, поэтому к качеству продукции мы предъявляем самые высокие требования. Выбирая Liqui-Moly, вы выбираете настоящее немецкое качество, надежность и уверенность. Liqui-Moly – это моторные масла, автохимия и автокосметика для тех, кто ценит самое лучшее. Всем привет! С вами «Территория машин». Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о шведском опыте и документах на цепи. Опыт всяких европейских стран, безусловно, хорош, и его стоит применять. Вот, например, в Швеции действует стратегия нулевой аварийности. Штрафы за нарушение правил там одни из самых высоких в мире, а ограничения скорости очень строгие. Перед пешеходным переходом водитель обязан снизить скорость до 20 км в час. И не дай бог он будет ехать хотя бы 22 км в час. Его банковский счет очень сильно расстроится. Наши власти очень любят кивать на Европу, когда собираются ввести очередное ограничение. На днях в подмосковном ГИБДД заявили, что в области ограничат скорость. Особенно на тех участках, где часто сбивают людей. Скорость в населенных пунктах теперь будет 50 км в час. А при подъезде к переходу ее придется снизить до пресловутых 30. Гаишники думают, что это дисциплинирует водителей, и они станут вежливыми и аккуратными. Но вот тут и кроется парадокс. Ведь за превышение скорости на 20 км в час у нас не штрафуют. Соответственно, к переходу водитель будет подъезжать на скорости 50 км в час, что совсем никак не вяжется с новой концепцией безопасности. Ситуацию можно исправить, внеся изменения в КОАП. Но это дело долгое, да и общественность возмутится. В общем, как в Швеции у нас не получается. А жаль. А еще гаишники выиграли суд. Некий автовладелец из Ханты-Мансийска решил, что он борец с коррупцией. Водительское удостоверение и техпаспорт он поместил между двумя кусками оргстекла, а конструкцию закрепил на цепочку. Остановившие его гаишники были весьма удивлены увиденным. Ведь по закону все нужные документы передаются в открытом виде. Даже в обложке нельзя. Активист был оштрафован и после этого отправился в суд. В надежде на положительный исход он обвинил гаишников в превышении полномочий. Но ему не повезло. Суд ему все подробно разъяснил, оставил штраф в силе, а другим водителям посоветовал соблюдать закон. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. Спонсор ООО «Смазочные продукты ЛМ». Ценности определяют выбор, поэтому к качеству продукции мы предъявляем самые высокие требования. Выбирая Liqui-Moly, вы выбираете настоящее немецкое качество, надежность и уверенность. Liqui-Moly – это моторные масла, автохимия и автокосметика для тех, кто ценит самое лучшее. «Территория машин».